Татьяна Карачинская, и я с удовольствием разделю с вами радость праздника. Спросите, какого? Международного дня танца, конечно же. Потому что именно 29 апреля стартует 4-й международный конкурс хореографического искусства «Дэнс Континент». И это значит лишь одно – каждый конкурсный день будет особенным и праздничным. Первый день фестиваля всегда самый ответственный. Встреча коллективов, регистрация участников, новые знакомства и волнения. Этим все сказано. Скучать нам некогда, да и незачем. Все самое страшное осталось позади, а вот и нет. Шучу, конечно же, страшного у нас здесь ничего нет. Все очень легко и просто. Всего-то навсего через несколько мгновений начнется церемония открытия, сразу после которой состоится конкурсная программа. Подумаешь, чего тут волноваться? У наших участников точно все получится. Мы в это верим, ведь они у нас молодцы. Насыщенность дня определялась вовсе не количеством номеров в программе, а улыбками на лицах детей и их верных друзей и руководителей. Волнуйтесь перед выступлением? Ну, есть. А как справляетесь с волнением? Собираем себя морально. Если волнуешься, значит, хорошо. Выиграть и все-таки главное участие. Дэнс Континент! Вы испытываете гордость за то, что можете познакомить с культурой своего народа? Да, очень, потому что это наш быт и культура нашего народа, которая была очень, ну, с давних времен. И так как показывать ее в столице нашей страны, это очень большая гордость для нас. Волнуетесь? Нет. Чуть-чуть волнуюсь. Как вас настраивает руководитель на выступление? Он собирает, мы собираемся в круг и говорим слова. Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе. Первый этап нашего праздника удался на славу. Хочешь увидеть и другие? Следи за обновлениями на сайте www.artalant.com. Присоединяйся к лучшим.